Доброе утро, мои дорогие подписчики. Я сегодня хочу вам рассказать, как я пыталась, все-таки стала на водные лыжи. Это такой адреналин, друзья. Вот я еду, конечно, лыжи остались сзади, я осталась впереди. Веревка тянет, как инструктор не рассказывал. Вот инструкторы здесь показывают, помогают. Инструктор рассказывает, как вот Анжела Молодчинка, она стала и дальше проехала, как настоящий спортсмен. Такая красивая саночка. Вот инструктор ей рассказывает, как стать на лыжи. Надо обязательно присесть, ручки надо держать вперед, ни в коем случае не сгибать, потому что когда вначале дергает тебя веревка, дергает этот двигатель, который тянет потом тебя дальше. Поэтому ты можешь лететь за веревкой, а лыжи останутся сзади и упадешь. Поэтому он рассказывает, надо сесть, присесть, хорошо держать веревку внизу, и как бы лыжи должны идти вперед. Не тебя вперед должны тянуть, а лыжи. Вот таким образом. Ну, вот это я. Это от меня бугорочек. Это я упала. Я впереди, лыжи сзади. Вот. Здесь, друзья, здесь такой адреналин. Я благодарна тому, что мы все-таки пошли. Вот это я еду. Это я так издалека. Я все-таки стала на лыжи и проехала 3 круга. Получила огромное удовольствие. Здесь было столько эмоций. Это я вот присела, но я вижу, а это Анжела едет. Анжела как настоящий спортсмен, молодчинка, у нее получилось. Вот она присела, как ей рассказывал тренер, так и показывает свой класс. Вот. Прокатились мы, получили огромное удовольствие, получили море адреналина. Это было столько эмоций, друзья. Но вода и плюс ко всему... Вот это то, что... Это моя была детская мечта. Вот это Анжела плывет все-таки. Падали, да. Это я. Лыжи в одну сторону, я в другую сторону. Но, тем не менее, все-таки... И тоже вот потащила меня веревка вперед, а лыжи сзади. Вот. Все-таки, друзья, рекомендую. Конечно, не пожалеете. Это столько эмоций. Я хочу сказать, что это моя была студенческая мечта. И вот я стала на лыжи. Это так приятно, всегда это было очень дорого. Но ради Анжелы мы пошли, поехали и решили попробовать и сами. И, конечно, не пожалели об этом. Друзья, подписывайтесь на мой канал, будем вместе. Заходите почаще. Спасибо, что вы остаетесь со мной. У нас еще очень много интересного впереди. До новых встреч в эфире!